Приветствую вас всех, друзья, кто смотрит это видео. Вот и наступили эти самые долгие зимние вечера. А это значит, что пора нам соорудить что-нибудь по-настоящему серьезное и, если все получится, практичное. Постараюсь быть максимально кратким и не скучным, поэтому процессы изготовления некоторых простых деталей я вырежу из данного ролика и буду показывать сразу готовые заготовки. Думаю, вам и так все будет понятно. Отмечу также, что практически все железяки, необходимые для создания сегодняшней самоделки, я нашел на металлоприемке и заплатил за них каких-то меньше 1500 денег. Ну что ж, всем приятного просмотра, а я уже начал, так что погнали. Thank you.
Ну что ж, друзья, как видите, агрегат уже полностью готов к работе. Остается самый ответственный момент. Это первый запуск и тестирование. В качестве двигателя я пока решил использовать болгарку с регулятором оборотов. Думаю, потом можно будет установить на него какой-нибудь движок. Кто знает, можете посоветовать, какой или от чего сюда больше подойдет двигатель по своим характеристикам. Кстати, обратите внимание, что при первом же запуске даже не пришлось использовать регулировку подвижного ролика. Видно, разметка штангель-циркулем дает хороший результат. К сожалению, при покупке наждачной ленты я упустил момент по размеру зернистости и, как оказалось, купил слишком мелкую фракцию, что отобразилось, конечно же, на скорости стачивания заготовки, и мне пришлось немного ускорить этот процесс, но для заточки топорика или ножей, думаю, будет в самый раз. Главные критерии при разработке данного гриндера я преследовал. Это в первую очередь, чтобы ширина ленты была как можно шире. В этом мне помогла сотая профтруба, по ширине которой я и обрезал ленту. А также высота рабочей поверхности, которая составляет при снятой станине аж почти 40 сантиметров. Ну и, конечно же, как всегда, главный критерий, чтобы все это обошлось как можно дешевле. И для изготовления данной конструкции не потребовалось каких-то серьезных станков или оборудования. Думаю, мне удалось достичь поставленных целей. Замечу, кстати, что при работе на данном гриндере мне не пришлось его даже прикручивать к столу. А это значит, что биение валов практически отсутствует. Особенно приводного вала, которого я слепил из чего было, то есть 4 шайбы, 2 отрезка трубы и шток амортизатора. Надеюсь, вам тоже понравится данный вид конструкции, хотя и не новой идеи. Пишите ваше мнение, советы и отзывы в комментариях. Буду рад выслушать и по возможности ответить на все вопросы. Всем спасибо за просмотр. Пока!